Ладненько, едем дальше. Бузить не будем. На супре как танки. Ну, как бы, да, танки-танки, но, ребят, супра вообще неуправляемая. Наверное, такая корова и в реальной жизни, потому что, не знаю, я не ездил ни на одной Тойоте, которая управляется, которая стойко стоит. Даже Рома давал прокатиться на своей Камри, ну, блин, да, приятный, комфортный автомобильчик, мягкий относительно. О, у меня ХП, ребят, одну секунду. Спасибо вам большое, что вы писали комментарий. Кстати, огромная вам благодарность также за бонуски, которые прилетают за то, что вы вводите мой промокод и ник. А, промокод у меня бонуски не приходит, конечно, но ладно, все равно вводите промокод. Ник при регистрации, ребят, обязательно делайте, потому что, блин, очень приятно. Очень приятно, когда прилетают бонуски, и вот, вот эта сумма, как бы, ну, реально плюс-минус, всегда помогает. Это что, проехало такое пердящее, ни хрена себе. Ребят, едем мы в Батырёво. Держим курс, сейчас поворачиваем на Больку. Штраф, на! А вот со штрафом, ребят, лучше не шутить. Вот мне права сейчас отобрали на 12-х, поэтому мы на 4-й прискакали. С подписчиками играем. Так, если ладно, я уже один раз проехал на штраф, давайте уж дальше и продолжим воевать, грубо говоря. О, может, ментов позадорим? Нашу доблестную полицию. Кстати, вот тоже по поводу супер. Что-то они как-то одно дело конских денег стоили. Но, опа, чисто мы такие дрифтеры. Так, обратит внимание ли на нас сотрудник дорожно-постовой службы или же нет? Кабан, ребят. О, кстати, ребят, фото вот этого кабана видите? Сейчас скину вам маленький, ну не то чтобы, конечно, эксклюзивчик. Наверное, это эксклюзивчиком нельзя назвать. Просто вот фотографию. Вот, сейчас вот, вот смотрите на этого кабана. Вот в такой профиль. И смотрите, шлагбаум с третьего ранга. Вдруг я уже здесь нахожусь. Ворота, видимо, кто-то забыл закрыть. Вот. Вот, смотрите вот ровно вот такую историю. И сейчас прикрепляю фотографию. Бэнч! Такие же диски, не такие же, ребят. Я буду Сане скидывать. Честно говоря, сейчас не помню, но помню, что очень крутые стояли диски на кабане. И что скажете, стоит ли такие же колеса ставить на наш кабан? По поводу нашего кабана, кстати, тоже, ребят, Рома работает, маляр не стоит на месте. Работа, конечно, хоть и идет и неспешным образом, можно даже сказать, чуть более чем медлительнее, но не тороплю Рому, потому что хороший парень, реально, тот человек, который, блин, достоин быть в нашей команде. И я уверен, что сейчас просто он набивает опыт, вот работает уже третий месяц он в нашей команде, скоро будет третий месяц. Как бы немало. За это время мы покрасили только одну лишь Ниву, но зато он подготовил полноценно два гелика. Так, просто подготовил, но гелики, естественно, требуют сварки сейчас. Естественно, Санечка нам вставляет все эти самые повествующие флешбеки, пока мы тут шрафы собираем и едем в наш дом в Батырёво, ребята. Короче, для тех, кто в танке, ребята наверняка мне писали, я просто сейчас не знаю, ну, ролик-то не вышел. Как бы он вышел, но так как я снимаю всегда одним дублем, наверняка вы сейчас видите субботний ролик, что, скорее всего, так как они идут там плюс-минус по 10 минут, да, ну, блин, за эти 10 минут моя задача донести до вас максимально интересные какие-нибудь повествования, поиграть с вами и весело, скажем так, провести время. Короче, так, а что у меня происходит? А, снимок я... Бенз закончился, что ли? Ну, как бы, да, бенз-то закончился, а чё? Чё я не могу сесть в камеру? Опа, рестарт выкинуло, ребят. Короче, пока все это дело идет, Саня вставляет воспоминания, как я передавал дом Арменчику. Давайте посмотрим и насладимся. Так, подожди. 481. А, стой! Чё? ID другой. Я твой айдишник. Да, да, да. И мне пишет, такого игрока нет. Сейчас бы, блядь, по машину. Так, стоимость не должна быть дешевле в 3 раза от стоимости дома. Он что, дорогой, что ли? Типа 3 ляма для него это мало? 10 лямов. Нотариус выездной, ничего себе, нормально. Бодя дерзкий. Сейчас менюшка, вот смотри. Выбирай, короче, выбрать предмет и дом нажимай. Дом. Готов к обмену или что? Да, готов к обмену. Да, да. Нажимай.
Сармен Мамедов, окей, готов обмена на 1 рубль. 1 рубль. Нифига себе, нотариус, прикольно. Все. Огонь. Нифига себе. Быстро и дешево называется. Все, отжали дом у Павла Дмитриевича. Едем, ребята, с хорошей новостью теперь уже. Посмотрели, да? Тоже освежили память. Вдруг, ну, кто-то не смотрел ту игровую версию, или вдруг кто-то не в курсе. Короче, я даже более того, я этот уникальный случай расскажу на своем основном канале. Как-нибудь красиво за это завизуализирую. Что я подбегаю к дому, а дом-то не мой. Как-нибудь это сделаем от третьего лица. Будет прикольно, интересно выглядеть. Вот так-то, ребят, да. Так что спасибо вам, кто мне напоминал. И елки-палки. Дом Арменчика, с домом все хорошо, он не улетел в УТИ. Но вот, что самое интересное, да, вот сейчас вспоминаю, как такое возможно, мне даже Арменчику интересно позвонить. Давайте ему позвоним, вот правда, давайте позвоним ему. Позвони, Армен Радмир. Прямо сейчас вот он находится в больнице, не знаю, может быть, вы сейчас смотрите ролик суббота, может быть, он уже, дай бог, вышел, кто следит за его ТГшкой, буду в курсе. Давайте сейчас позвоним ему, поддержим. Звонил ли он за кадром? Сейчас еще раз позвоню. Алло, Дим, что там, удобно тебе говорить? Да. Короче, я сейчас зашел на сервак. Во-первых, там как здоровье у тебя плюс-минус, все интересуются, все обеспокоены. Алло. Я говорю, как здоровье у тебя, все интересуются, все обеспокоены, блин. На поправку пойдешь, в конце недели выпишешься? Смотри, я, если что, пацанам не раскрывал, что именно какая делюга с тобой произошла, там сам расскажешь в телеграм-канале, пускай ребята следят. Ты скажи, пожалуйста, вот сейчас твое время немножко затрачу. Бывает ли такое, когда недвижка слетает в минус там сколько-то дней? Вот у меня сейчас было минус 5 дней. И можно ли ее как-то вернуть? Через дуршляка. Только через дуршляка? А как тогда получилось так, что я сейчас зашел, во-первых, на сервер, на четвертый, во-первых, дом оказался в... Ну, типа, у меня нет дома, я испугался, что все, у меня его отобрали, я только потом вспомнил, это вообще уникальный момент. У меня с памятью уже, блин, беда, постоянно, блин, напоминать надо. Вот, и хорошо, что вспомнил, блин, так бы дальше бы истерил. Короче, ладно, и... Да, но я вообще сначала зашел в гараж посмотреть, и там было написано минус 5 дней. И там было написано, хотите ли вы произвести оплату. Я написал да, заплатил за 35 дней, и все, у меня дома плачет за 30 дней. Как это вообще возможно такое? Странно, раньше не давало. Прикинь, сейчас дает такую возможность. Прикольно, это походу для всех. То, что 2 дня, это просто дело тоже минус было насчет дома. Ну, насчет дома. Ну, может, он для меня какие-то индивидуальные условия создал? Я не знаю, может быть, какой-то скрипт был поменен? Но это что-то выглядит как из разряда фантастики. Что-что? Ну, повезло тебе. Ну, может, система сама не до конца сделала, что у тебя, типа, в список взлетов пошел. Ну да, знаю, какой я проныра, блин. Сделали для себя мою пользу. Ну что там, кушать стал потихоньку, да? Кушаешь уже? Да, потихонечку, помаленечку. Ну, слава богу. Слава богу. Видишь, еще из-за чего? Из-за того, что перебираться надо в Мамоново, поближе к бригаде. Давай, выпьем. С Мамоново подобрали. Ну да, кстати, с Мамоново было бы туго, да, если бы тебя вывезли? Конечно. Ой-ой-ой, ну да, так еще та хацапедовка. Ясненько, ну ладненько, пообщаемся с тобой на эту тему. Давай выздоравливай. Все, братский салам от всей братвы тебе. Все переживают. Давай. Давай. Это что за беспредел тут на копейке? Нифига себе. Куда едешь? Смотри на дорогу, блин. А что там такое? Магнит? Скания или что там? Мерседес? Просто в речке плавает. На! Или это у них территория, борьба за территорию? Что вообще происходит? Что за кипиш? Сейчас подниму, жди. Слышь, качели, ребят, только что происходят, произошли и происходят дальше. Леонила, смотрите, какая бомбическая. Алексей, поднимись. Алексей. Блин, классная Нива, такую для контента бы. Вот это вот долбоёба не поднимайте, машина топит нахуй.
так ездить, долбоёб. Алло, хуесос, нахуй ты машины скидываешь в воду? Да я его захуярил уже. Чё за община тут поймала? Долбоёб нищий ебаный. Артём, Савик что-то кого-то качает, ку-ку, ля, чё за суета, а? На, Уга, тейк. Нарвался на... Паша в игру зашёл. Паша в игру зашёл. Спалили меня, кто-то подспалил. На, Ниво, это его Ниво, что ли, или чё? Извиняй, Алексей, извиняй. Я думал, ты сейчас иметь. Ага. Вот так-то, ребят, тоже бывает. Мы стали свидетелями очередной потасовки. На ровном месте произошла. Вот ребята взяли, видимо, какого-то работягу, скинули, блин. Чё у нас тут? Вроде похоже на... Что это, кстати, за... Это КамАЗовский, кстати. Это чё, КамАЗ? На МАН похож. Ну ладно. Короче, чё, ребят? Ух ты, на вертушке кто-то. Летим к нашему дому. Чисто... Плюс-минус, пора закругляться, блин, меня тут наяривают. Вот, ребят, не забывайте, что я играю на 4-12 сервере. Залетайте, вводите мой ник при регистрации. Обязательно наведем суету, особенно когда Дима выйдет с больки, с настоящей. Ну и свое сердце немножко погрею вот этим моментом. Чисто то, что сделаем для подсъема, как это постараюсь сделать для интегры в реальной жизни. Тоже одеть такой костюм. Бэйн. И бах, а дом-то не мой, Армен Мамедов. Но по факту он наш, ребят. Все, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, кто остается с нами. Спасибо, кто залетает, кто следит за игровым контентом. Дальше будет интересней. Увидимся, ребят. О любых инфоповодах, помимо эксклюзивов ТГ, я всегда вещаю вам тут. От первого лица. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся. Ну не берет еще. Блин, как же повезло-то, что ты прилетел. Здорово. Связь была плохая, когда, я так понимаю, ты приземлился, да, до конца мы не смогли объяснить. Работать, да, садись, расскажем по дороге. Я же отправил сообщение. И повезло, что это произошло ровно в этот же самый день.